привет, это Вентер из группы Креатор. Я здесь, чтобы поиграть на этой крошке, которую ребята просто гениально сконструировали. В общем, посмотрим. Да, хорошо. О чем ты подумал, когда впервые увидел эту барабанную установку? О, господи! Там где-то еще есть блоки. Да, вот они сзади. Обернись, там их просто огромное количество. Барабанщик Exhumer и барабанный техник Креатора Матиас Каснер заценил особенности установки. Я думаю, можно добавить еще немного ковбеллов. Это что-то просто за гранью. К сожалению, причина, по которой мы создали эту барабанную установку, не такая уж и приятная. На самом деле, это несколько установок, которые обычно ездят в туры с несколькими группами. Но теперь все туры отменены. На каком барабане ты бы хотел в первую очередь сыграть? Думаю, я некоторое время поиграю на блоках, потому что в моей установке их вообще нет. Да там вообще много вещей, которых у тебя нет. Там есть Chimes, Timbales и Rototomy. Хотя у тебя раньше были Rototomy. Ну, в общем, давайте попробуем. Захожу в замок. Возьми с собой полотенце, оно тебе пригодится.